Следчыя Гомельскай вобласці далучыліся да акцыі па безвыплатнай данацыі крыві. Агульнымі намаганнямі атрымалася папоўніць донарскі банк Гомельскай станцыі пералівання крыві на 15 літраў. Сярод добраахвотнікаў як вопытныя донары, так і навічкі. Да здачы ўсе рыхтуюцца з адказнасцю. Разумеюць, кроў неабходна для выратавання жыццяў. Следователі Гомельшчыны регулярно принимают участие во всех благотворительных и социальных проектах, проходящих в стране и в нашем регионе. Именно сегодня по этой причине сотрудники Следственного комитета управления и Гомельского городского отдела принимают участие в благотворительной акции «Спаси чью-то жизнь». Акция промеркована до Международного дня донора крови, который будет отмечаться 14 червня. Специалисты Гомельской станции переливания планируют проехать еще по нескольких организациях и предприятиях областного центра, где працовные и керавництво выказались за безвыплатную донацию крови. Мы хотим сказать спасибо, во-первых, всем донорам, которые сдали кровь для спасения человеческих жизней. И призываем тех, кто еще этого не сделал, стать донорами, так как это делают сегодня добровольцы, сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области. Донором может стать любой гражданин Республики Беларусь с возраста 18 до 60 лет и который не имеет медицинских противопоказаний к донорству.